Центральная избирательная комиссия. Трехдневный срок Центральная избирательная комиссия. То, чтобы вы могли заручиться поддержкой. Пообещать могу только одно. Сделаю все возможное, чтобы мои земляки, мои родственники и братья жили лучше. Чтобы у нас в стране, в конце концов, воцарилась настоящая демократия, а не бумаги писанные. Чтобы прекратилось казнократство и засилие олигархии. Чтобы каждый человек, который тут живет, достойно работал и достойно за это получал. Это основное, чтобы старики смогли спокойно смотреть и не бояться, что их пенсия будет задержана на 3-4 месяца, чтобы могли понимать, что это пенсия не ническая подачка, а достойная благодарность за их тяжелый и нелегкий труд. Чтобы ветераны могли спокойно ходить по городу, носить свои медали и ордена, и не думать, что какие-то молодчики из правого сектора эти ордена изобьют или эти ордена заберут. Ну, тут основные тезисы. Да, Вера, я просто потерял.